Я качок Луна. Если хочешь такие же мышцы, как и у меня, успей поставить лайк и подпишись на канал за 5 секунд. А иначе я приду за тобой и убью тебя. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и мы, друзья, уже видели, как сиреноголовый мультяшный кот стали качками и получили суперсилу. Ну а теперь пришло время для Хаги-Ваги. Он тоже наконец-то превратился в качка. Как же Хаги-Ваги стал качком? Посмотрите анимацию на Сирена Студио, ссылочка в описании. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет. Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня мы, ребята, проведем очень крутой эксперимент со ступеньками лестницы и с новыми качками-аниматрониками, и не только, в игре под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья! В основном, конечно же, будут качки-аниматроники, но и не только, как я и сказал. У нас сегодня, ребят, появился новый на ступеньках качок, это качок Кильвилли. Также, ребята, сегодня будет качок Луна, качок Солнце, качок Фредди, Глэмрок Фредди, Мишка Фредди, аниматроник, и даже качок Диджей. И, ребятки, давайте мы их сравним против их же только обычных, так скажем, оригинальных версий. Это у нас прокачанные версии, вот это все, да? А это их оригинальные, обычный Кильвилли, обычная Луна, обычное Солнце, обычный Мишка Фредди, Глэмрок Фредди и, конечно же, обычный Диджей Мьюзикмен. Вы, кстати, посмотрите, ребята, как они похожи и похожи ли они вообще. По-моему, похоже только лишь Кильвилли с качком Кильвилли и чем-то, конечно же, похоже Диджей Мьюзикмен. Остальные все у нас крайне прям отличаются от оригинальных версий. Ну ничего, ребята, сегодня проверим, сегодня, ребят, протестируем и посмотрим, на что эти версии новые наши прокачанные, в общем, качки, на что они способны. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а мы, ребята, начинаем. Ну и мы, ребят, начинаем с более старых и переходим к более новым. И более старый у нас качок Кильвилли. Он появился так-то еще, наверное, неделю назад или около того. Вообще, ребят, так быстро время летит. У нас только появился качок Кильвилли, а уже появились и потом качок Луна, Солнце, Фредди, Диджей и так далее. Ну и давайте Дарк будет играть за обычные оригинальные версии наших монстров. То есть там за Кильвилли, Солнце, Луну и так далее. А я буду за качков играть. То есть за качка Кильвилли и за других наших качков. Заодно таким образом мы, ребят, сравним, кто же сильнее, качок или же обычная версия этого качка. Точнее, не сильнее, а лучше прыгает. Да, ребят, только хотел сказать, только сильнее в плане ступенек, а не в плане силы. Так-то в плане силы понятно, что качки сильнее. Ладно, ребята, давайте. Раз, два, три. Погнали. Ох, ты бегаешь, конечно. О! Куда? Хорошо, запрыгнул? Хорошо, что? Ребят, запрыгнули. Подожди, он у меня перестал все прыгать. Ребят, он у меня перестал что-то прыгать. Может быть, серьезно? Я просто застрял? Он перестал прыгать, он не прыгает. Ха-ха-ха, ну пока тогда, я прыгаю дальше. Не, серьезно, ребят, пробел вот жму, вот, слышите, ребят? Ну, кстати, возьми себе того нового качка Кильвилли с этого места и так прыгай. Короче, мы, ребят, только что выяснили баг, давайте еще раз это проверим. Какой-то баг с качком Кильвилли, понимаете? То есть, в принципе, мы довольно-таки неплохо так прыгаем, разгоняемся, так, опа, на прыжочек. Даже практически чуть повыше. А ну-ка. О, не прыгает. Он на секунду как-то буквально может оторваться от земли и после этого залагивает. Ладно, друзья. Ладно. Так, а ну-ка. О, подожди, он что-то именно со ступенек не прыгает. А это интересно на самом-то деле. А подожди, а до земли он прыгает? Мы, ребятки, короче, столкнулись с багом. А, он прыгает с земли. Ладно, ребята, ну-ка, давайте еще раз попробуем. Какие-то баги, что ли? Впервые вообще такое в Гаррис Моде я вижу. Не, ребят, он реально не прыгает. Ладно, все. В принципе, мы сегодня, ребята, хотели чисто, знаете, отдельную серию устроить с аниматрониками. Думаю, качка Кильвилли мы еще как-нибудь в следующий раз протестим, когда мы его починим. Хорошо, давай, Дарк, теперь качка Луну. Думаю, с ним таких багов не будет. Надеюсь, по крайней мере. Это точно. Так. Качок, ребят, Луна. Теперь давайте качки будет. Качки реально так быстро бегают. Дай до тебя дойду. Готов? Давай, да. Раз, два, три. Бегу. Я буду побыстрее. Воу, ого. На уровень, да, примерно даже выше Кильвилли. Жесть. Я застрял. О, я прыгает. Думаю, ничего себе, высоко сейчас прыгнул. Потом смотрю, куда ты прыгнул, понимаю, что я, в общем-то, считаю, что и не прыгнул. Ребятки, смотрите. Прыжок, о!
Да, ребят, короче, у Килли Вилли какой-то, видимо, баг. У качка Килли Вилли, потому что обычный Килли Вилли хорошо прям прыгает. Да, я спокойно последнюю ступеньку за него запрыгнул. Ага. А вот что-то качок какой-то забагованный у нас, ну ладно. Грейсмод, игра, знаете, такая, с сюрпризами. Ну и чего, ребята, еще починим, и в новых сериях обязательно мы его испытаем на ступеньках. Так, ну, в принципе, я уже все сверху. О, сейчас, да ё-моё, сейчас запрыгну к тебе. Подожди, давай. Меня. Давай, давай. О, все, запрыгнул. Да ты что творишь, а? Пока. А-а-а, жучара, а-а-а, еще на эту ступеньку упал. Ну как так можно вообще обращаться с людьми, а? Это нечестно. Ты не человек, ты у нас аниматроник. Ну в данном случае, да. Да, все, Килли Вилли тоже. Че это тут за мелочь, а, меня пытается? Че тут поделать, а? На. Ой-ой-ой. Забил. Ладно, ребята, следующий у нас получается качок солнца. Интересно, слушай, кстати, а давай, ребят, для разнообразия ты будешь за обычное солнце, а? А, хочешь, чтобы я пострадал? Ладно, я согласен. Ну, смысле, а что только я должен страдать? Действительно. Давай. Потому что ты создан для страданий. Ой, а для чего создан ты, скажи мне, пожалуйста? Чтобы мучить тебя. Ладно, давайте, ребят, раз, два, три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Капец, как он медленно прыгает, бегает. О, я сразу себе на больших ступеньках. Опа-на. Нет, это просто имба. Так, давай, гоночки. Кто у нас первый на последнюю ступеньку залезет? Серьезно, ты со мной гоночки хочешь устроить? Ну а что, а вдруг у меня есть какой-то шанс, вот реально? А вдруг, ребят, а вдруг? У тебя вдруг есть шанс только разочароваться в том, сколько он плохо прыгает. Не, ну кстати, неплохо так бы, ребят, прыгаем так-то в целом. Смотри, сейчас попробую с этой ступеньки запрыгнуть на последнюю, подожди. Серьезно, так быстро? Здесь. Да, все. Ну знаешь, да, в чем все, проблема? Я лечу уже до последней ступеньки. Не-не, слушай, Дарк, я знаю, как мне тебя победить. Ну, давай. Смотри, самое главное — это скорость, да? То есть мы слишком далеко бежим от ступенек. Или, да, точнее, до ступенек. Вот, поэтому предлагаю, ты там разгоняйся сколько хочешь, а я прям стану возле ступенек и буду сразу прыгать. Точнее, даже наоборот. Давай, кстати. Ты с края карты начинаешь, а я начинаю прямо от ступенек. Ну, потому что, ребят, ну, он раза в 2-3 медленней. Прямо такой давайте челлендж проведем. Сможет ли меня качок Солнце и Луна обогнать, если мне даст какую-нибудь фору? А ну, что, довольно-таки, ребят, интересное испытание. Интересно. Да. Я прям, ребят, давайте вот отсюда начну. А ты давай, Дарк, в конец на карты иди. Прыгай, просто подпрыгивай. Не получается, что ли? Во. Да все, добежал. Готов, давай, раз. Карты. Подожди, о, все, в конце карты. Раз, два, три, вперед. Побежал. Прыжочек. Давай, выше. Опа-на. Ой, как хорошо прыгнул. Ха-ха-ха. Я провалился в ступеньки. Во. Про это я как бы и говорю. О чем мне ждать? Давай. Доставайся отсюда. О, все, достал. Сейчас продолжу дальше прыгать. Да, знаешь, даже понаглее, типа, о, ты до меня допрыгнул, да, смотри, а теперь что я делаю, смотри. Ха-ха, пока. Не, ну понятное дело, ну ты подожди. Ты довольно-таки высоко прыгаешь. Я тебя хотя бы теперь догоняю. Это уже, ребят, в принципе, довольно-таки большой у нас плюс, большое довольно-таки преимущество. Ну все, мне один раз прыгнуть осталось, я победил, как бы. Ну давай. Ой, ты реально здесь уже? Давай. Что? Я победил. Да ладно? Я первый приземлился, где ты? Да, ты позже меня. Есть. Ты просто приземлился в момент моего прыжка, я слишком высоко прыгал, капец. Ребята, солнышко победило, ю-ху, класс. Ну так, я тоже солнышко, так что да. Ты это, ага, вот это я так и знал, все, останется, я пошел. Пока. Я и так выиграл, я уже медаль забрал, и я, ребят, убегаю. Медаль он забрал. Так, ну что? Медаль тебя не утянула вниз. Не утянет. Теперь давайте, ребята, будет у нас качок Фредди против обычного мишки Фредди. А что, ребят, сейчас довольно-таки будет прикольно, как по мне. Интересное испытание. Ну а теперь, ребятки, качок Фредди. Готов ты, Дарк, да? Раз. Да, готов. Два, три. Он плохо прыгает. Что с ним? О, я лучше тебя прыгаю. По-моему, ребятки, качок наш Фредди немножечко как-то не так. Да, настроен. Какой-то он немного не такой. Он именно не настроен, мне кажется. Его забыли настроить. Да. Короче, ребят, у нас получается сегодня какая-то сверхзабагованная серия. Качок Килли Вилли забагованный. Качок Фредди тоже. Не, ну, Дарк, подожди, смысл, смотри. Я уже все, как бы, это мы максимум. Серьезно? Не, ну сейчас еще не пару ступенек и будет максимум, да? Ну, кстати, если хочешь, я могу тебе немножечко его прокачать, чтобы он получше прыгал. Да, я думаю, мы дождемся лучше, ребят, полноценной его прокачки. Да, давай. Да, он все равно плохо прыгает. Вот плюс-минус равное состязание у нас с тобой получится, то знаешь, ну, ладно, если давай. Один сильнее другого прыгает, либо другой. Давай. Вот сейчас его прокачаю, они будут плюс-минус, ну,
на равных, и мне кажется, получится что-то интересненькое. Давайте, ребята, а ну-ка, как хорошо прыгать, давайте пока проверим обычный Фредди. Глэмрок Фредди. А, ну, кстати, он не прям чтобы супер прыгает. Ну, конечно, но получше, чем качок. С тем, что у тебя сейчас, да, это прям отлично вообще. Согласен? Так, да, конечно, конечно, ребят, согласен. Ну, хорошо, мы, кстати, его уже испытывали, точно, я забыл уже. Мы же уже, друзья, устраивали серию со всеми аниматрониками из FNAF Security Breach на ступеньках. Там были Фредди, Чика и Монти, конечно же, Рокси и Диджей и другие разные аниматроники. Готово, Дарк? Во, все, прокачал тебе, Фредди, смотри. Ну, другое получше, дело. Получше тебе прыгает, давай. Вот теперь я даже не знаю, смогу ли тебя выиграть. Нифига себе, что в гантели. Что это сейчас было? Нифига себе, ребят, гантельки. Ладно, давайте попробуем. Готовы, друзья? Раз, два, три. Ой, фальшстарт был. Да нормально, побежали. Опа-на. Ой, я, кстати, даже еще и повыше прыгаю. Ты выше прыгаешь? Ну, ёперный ты бабай. Ладно, я зато быстрее тебя приземляюсь. Не-не-не, есть кое-какая проблема, он у меня слишком здоровый. По диагонали пробуй. А еще кажется, во что-то там уперся, и из-за этого не могу нормально прыгать. А, во, все, о, догоняю. Подожди, не надо меня догонять, я против этого. Догоняем, ребятки. Догоняем. Так, давай. Так, есть. Так, только ты не забывай, что я быстрее тебя приземляюсь. Да ты меня застопил, блин, а! Вот гад, а! Так не надо, все, я на последнюю ступеньку уже иду. Ну да, блин. Да, ну, все, на последней ступеньке. Ребят, на самом деле, качок прям очень плохо прыгает этот. Даже сейчас. Да. Он как-то слабенько на самом деле прыгает. Я прям реально его прокачал. Насколько он теперь выше прыгает, ты прикинь? Ну, в несколько десятков, наверное, раз он теперь выше прыгает. Так, прыжок. И мои ребятки здесь. Ну и что, остается самый, как по мне, реально крутой аниматроник, а это, друзья, диджей. Да, вот интересно сейчас, какая борьба у диджеев будет. Давай, я за накачанного хочу поиграть. Готов, Дарк? Давай, раз, да, два, готов. Три. Так, прыжок. Прыжок. Пока. Да, ты прыгаешь выше. Пока. Только я застрял. Хе-хе-хе-хе. Я радоваться рано, потому что не ясно еще, что будет. Ты себя в ступеньках утопил. Что так, ты делаешь, товарищ? Так, нет, подожди, он утапливается реально в ступеньках. Ой, ты, ё-моё. Его еще сесть нужно. Прыжок. Вот прыжок. О, мне еще парочку прыжков, и я на последней ступеньке. Да, и мне, в принципе, так же. Все, не, кажется, ну, на последней ступеньке. За таких, ребят, громоздких монстров реально прям сложно играть. Давай еще раз. О, главное теперь не дать тебе приземлиться. Я не застряну. Я, кстати, не долетел. Кстати, да, ребят, даже не долетел, капец. Не повезло. Ну, за него довольно-таки сложно, я так вам скажу, играть, прыгать. Он прям такой громоздкий. Ах ты ж гад, а. Подожди, не бей меня. Все, пойдем вниз. Хорошо, я иду вниз. Сейчас, ребят, возьмем реванш. Победим, давайте, Дарка. Ну, удачи. Хотя, если ты не застрянешь, да, думаю, мне без шансов. Ну, не факт, потому что он реально не прям, чтобы супер-пупер прыгает. Блин, такое чувство, что он в подгузниках каких-то. Лучше меня. Ребят, реально такое чувство, что он какой-то карапуз в подгузниках. Раз, два, три, побежали. Да такое чувство, что ты, в принципе, подгузник на четырех лапках. Ага, есть такое. У тебя же корпус такой, знаешь, формы необычные. Застрял, да, снова, ребят, застрял, класс. Ну, ты уже все. Не, в этот раз прям я идеально тут, ребят, появился. Вот это я, конечно, лажанулся. Да у меня он застреет, он, ребят, проваливается, куда ж ты провалился? А он у меня все застрял, подожди, намертво застрял. Так ты же хватаешь не его, а не корпус, а ступеньку. Нет, вот, наконец-то его выхватил. Я он даже немножечко подождал. Застрял и отлетел. Не, короче, ребят, ладно, мы за него запрыгнули, но он слишком громоздкий, слишком какой-то неуклюжий для этих ступенек. А как же реванш взять, Славик? Не, ну реванш я не смог взять, не смог. Ну, вообще, да, друзья, такие у нас сегодня офигенные получились качки, которые прыгали по ступенькам. Из них качок Килливилли выбыл, потому что какой-то забагованный. Качок Фредди просто какой-то недоработанный, плохо, ребят, прыгал. И качок у нас получается диджей, слишком большой, слишком неуклюжий для этих ступенек. А так, например, вот качок луна или солнце, или обычное солнце, луна, или тот же Килливилли, очень даже, ребят, хорошо прыгают. Да и вот, например, обычный диджей. Ну а с вами были я, Славик Маст, и, конечно же, Дарк. Всем, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем, друзья, пока-пока. Всего хорошего, народ.